Идите, вон, иди. Ой, все, успел с этого. Сгребла. Нельзя, блин, пошли. Сейчас будем капельницу делать. Да, зяблик уже нормально. Вот скажешь по ней, что ей очень плохо? Сядь. Все, садись. Зяблик, такой страдальческий вид. Ты ж только что убежать хотела. Угу. Скажем, у вас. Хотела. Да? Все, зябло. Готово. Капельничка твоя прокапалась. Все, антибиотики утром, антибиотики вечером. Получается, первый день сегодня завершен. Один день зачет. Это капец какой-то. Еще неделя впереди. Ой, блин, все описано. Зябулон. Скажи, ты что, чё? Я вам еще накакаю. Не надо. Так, ну все, пусть пока у себя посидит. Да, пробуем ее покормить. Давай. Опять и бейсбол не сделали. А потом пойдем гулять. Да. Покушай. Mm-hmm. Давай, кусни разочек, зяблик. Давай. Ну, кусни. Ну, кусни, кусни. Давай, вкусняшки же, давай. Может, ей оставить еду? Да, можно оставить. Сейчас я водички найду. Ой, лизнула, лизнула, только лизнула. Давай оставлю ее покушать. Да, оставляй, да. Все. Морда, чего ты там ругаешься? Тебе мало внимания? Тоже хочешь покапаться? Вечернее кормление. Зяблик съела ту еду, что у нее было. А сейчас я еще дала пакетик. А, не буду вам показывать, но она покакала. У нее понос с запахом крови такого странного цвета. Сегодня вроде она уже вот сейчас стоит, поэтому, возможно, ну, все будет нормально и операция не потребуется. Так что будем ждать. Да, зяблик? Ладно, не буду тебя отвлекать, кушай. На улице уже молодец, привыкла к поводку, уже писает на улице. Научилась. Вот так вот. Ладно, спокойной ночи, зяблик. Спокойной ночи. До завтра тогда. К нам приехал корм! Ленька! Слойка! Найда! Встречай корм! Приехал корм. Новый корм приехал. Здрасте! Ух ты! Да, он объемный. Ровно 16. А я буду стоять и буду смотреть. Любоваться. Да, почему бы и нет. Все, выпотрошили машину. Ура! Дай их нужно было раньше посчитать. Почему? Все будет и так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь получилось. Семь по 12. Все, умеете считать? Нет? Нет. 84. Ну да. 84, вот. Раз, два, три, пять, еще 15, 5 и 16. Ну и 7, меньше. Все. Все, спасибо. Спасибо. Загорайся теперь на месте. Спасибо. Спасибо, до свидания. Заносим тогда. Ну, таскайте. Найда что-то сегодня не подшоп, Найда не очень-то возбуждена. А, да. Такая что-то, да не, ребят, это что-то, ну его нафиг. Пойду-ка я в тенек. Своё, почему? Таскайте такая, таскайте сами. Наверное, да. Улыбайся. Так, мне придется, наверное, туда. Да, тебе придется залезть. Лестница. А лестница вот тут стоит у щенков, ты же ее забирал.
щенкам, чтобы делать вольер. Картошка, привезли много корма. Да, закупка корма. А мы в этот раз говорили, что закупим другое или нет? По-моему, нет. Придется пояснить. В этот раз мы закупили корм у другого производителя, который мы уже брали на пробу, потому что дружок опять подняли цены. Вот. И мы заказали полтонны другого. Но мы его уже пробовали. У собачек было все нормально, поэтому будем вот этим кормить сейчас. Он более объемный, чем дружок. Прям намного, но он такой воздушный. Вот, да, и поэтому всего. Так, и поэтому всего полтонны заказали. У нас влезет только столько. Как видите, у нас вот места не очень много для хранения. Думаю, если нет, значит, я могу отсюда навернуться, да, Сидя? Блин, а может не надо? Может, не будешь наворачиваться ни сегодня, ни когда-либо? Ой, ладно, давай я сейчас кусочек засниму и буду помогать. Итак, сейчас вы увидите. Тан-там! Да. Все. Надо какую-то готовить пленку или железо туда запихивать, тогда лучше будут мокнуть. Блин. 60 мешков сюда получили. Че, всего лишь? А еще 40, да? Да, еще 40. Первое применение. Полки? Да. Говорю, первое применение щенячьей полки. Которой еще нету даже. Да. Алло. Так приятно смотреть, когда другие работают. Вообще фантастически. Вот. Закупили ватку. Короче, ни сюда у нас не поместилось. Охраняйте тут. Ага, пришлось опять освобождать место и сюда уже. Революция потом будет. Каждый а прикинь, если бы мы тонну заказали. А мы бы не заказали тонну. Потому что у нас есть мозг. Что ж, мы глупые. Повтори, Ира. У нас есть мозг. Мозг. Был бы у нас мозг, мы бы вообще ничего не покупали. У нас бы все было и так. А, сами бы производили. У нас бы вообще не было такой проблемы, если бы у нас был мозг. Хотя бы у одного из вас, если был бы. Саша! Ничего. Замолчи. Ну, проблем не было бы вообще. А так как один из вас немножко без мозга, товарищ, поэтому. Один. Что поделать, мы его любим. У нас картошка умная зато есть. Все. Картофель. Все. Разбежались. Хватит. Дурью мается. Когда? Картоха, скажи, идите, работайте. А то видишь, тут сидят, развлекаются, мешки таскают. Все. Друзья, не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайки, выбирайте себе друга из наших подопечных и быть добру!